И даже полевские мальчишки, которые готовы бегать на Северский пруд хоть каждый день, начали задаваться вопросом, почему рыба в Северском пруду дохнет, а вода у берега красная. Между тем взрослые рыбаки не стали попусту задаваться вопросами, взяли да и позвонили на один из областных каналов, и в Полевской приехала съемочная группа «Вести Урал». Вообще рыбачите часто здесь? А то, что вот рыба вот такая дохлая, вы никак не вас это не смущает? Нет. Ну, у вас улов-то есть вообще какой-то? Есть. Кошки, да и мальчики. А сколько, поскольку по времени вот такая вот ерунда здесь творится? Она бывает время от времени. Я не скажу, но если я хожу два раза в месяц. Ну, бывает, попадает где-то два раза за лето, вот. Некоторых рыбаков не смущает подобная ситуация. Вот и наш рыбак признается, что приходит сюда не столько рыбу ловить, сколько отдохнуть. Однако другие считают сложившуюся ситуацию ненормальной. Даже говорят о том, что ситуация с водами Северского пруда напоминает экологическое бедствие местного масштаба. Ну, конечно, мы вообще-то переживаем, как это. Все равно мы растем, внуки, дети, все. Не знаю, даже и рыба, и у меня муж ездит сюда рыбачит, я также это и сами эту рыбу едим. Конечно, мы задумываемся, вообще-то задумываемся. Это я ему неоднократно говорила, зачем ты туда сюда ездишь? Он, да ничего страшного, ну как ничего страшного? Ну он, кстати, видел на пруду, что это плавала рыба. И главное, не он ловит на удочку, мелочь попадается, а плавает-то крупная рыба. Он говорит, я даже удивился, почему так? Сегодня на помощь местным рыбакам даже прибыл старший государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Любая гибель рыбы, она нас волнует. Как? Я думаю, что каждого гражданина у нас должно быть так это, такое состояние воды волновать. Ну как вот? Вот сюда нельзя ни приехать, ни отдохнуть. Вроде бы и берега чистые, все, можно приехать отдохнуть, покупаться. А как вот в такой воде можно будет купаться? Это же только болезни себе наживать.